Добрый вечер, программа «На справде» в эфире телеканала «Симон». Меня зовут Владимир Мазур, и сегодня мы будем говорить об акции, которая стартовала во всей Украине, в Харьковской области в том числе. Акция, которая называется «Украина против Януковича», о ее сути и ее возможных последствиях будет нам сегодня рассказывать гость студии, которую я с удовольствием представляю. Итак, у нас в гостях начальник Харьковского областного штаба объединенной оппозиции «Батьковщины» Виталий Немилостивый. Добрый вечер. Добрый день. Добрый вечер, Владимир. Наверняка. Добрый вечер. Каждому, кто наблюдает за украинской политикой, за событиями, которые происходят, присуще чувство некого такого дежавю время от времени. Да? В этой ситуации, наверное, оно однозначно присутствует, потому что акция «Украина против Януковича» уже объявлялась в прошлом году, прошла довольно активно, не скажу, чтобы результативно, поскольку Янукович до сих пор находится у власти, в общем-то, наверное, особо по поводу акции не расстраивался. Вот зачем нужен какой-то второй этап этой акции, в чем будет он заключаться и в чем будет отличие от прошлогодней акции? Вы знаете, насчет результативности, когда-то Леонид Данилович Кучма тоже не обращал внимания на ті звинувачення, які лунали з боку опозиції. Ви знаєте, время какое-то пройдет, і всі ті акції, які сьогодні організовує опозиція, їм буде дана правова оцінка. В принципі, в історії, ви правильно говорите, дежавю, кажеться, що все повторяється. В історії тисячоліттями все повторяється. Тобто власть періодично починає жити сама для себе, забуває про то, что на самом деле полномочия делегированы народом, власть начинает тяготиться своим народом, считать, что народ ничего не понимает, он не знает, как правильно организовывать руководство, куда надо двигаться. Вот. Ну и периодически народ напоминает власти о том, что все-таки он носитель первичной власти в государстве. Поэтому я с вами согласен, это в принципе дежавю. В принципе, все это уже мы проходили в Украине. И действительно, с первой попытки, может быть, и не получится. Но, тем не менее, есть результаты, которые зафиксированы, которым будет позже дана правовая оценка. На сегодняшний день, вот вчера лидеры оппозиции объявили о начале второго этапа акции «Украина против Януковича». Сегодня в Харьковской области мы фактически начали работу по реализации тех задач, которые перед нами стоят в этой акции. И с завтрашнего дня мы начинаем такую уже системную, спокойную работу, которая больше носит, скажем так, юридический характер. В чем заключается эта работа? Неоднократно оппозиция заявляла, что мы трудимся и работаем и делаем все свои действия в рамках правового поля. Неоднократно действующий президент Украины Виктор Федорович Янукович говорил, что он не впливає на судову гілку влади, що він підкоряється рішенням суддів, що він виконує рішення суддів, в тому числі і міжнародних. Опозиція, слідує своїм принципам і лозунгам, учитывая то, що говорить президент, подготовила иск в суд. Лидер оппозиции Арсений Петрович Яценюк за своей подписью, як позывач, відповідач президент України Янукович Віктор Федорович, звернувся до Вищого адміністративного суду України з адміністративним позовом. Суть этого позова заключается в том, что очень, юридических терминов много, долго. Я попытаюсь 2-3 основных момента кратко изложить, чтобы наши зрители, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Президента Украины избирает народ прямым голосованием и делегирует ему определенную часть полномочий. На момент избрания президента действовала конституция, по которой президенту были даны... У нас действовала тогда модель парламентско-президентской республики. После проведения выборов, после того, как президент принял присягу... Кстати, при принятии присяги президентом там есть слова, что президент Украины є гарантом дотримання норм конституции Украины. І що він сам діє на підставі Конституції та законів України.
Так вот, это он и гарант, президент Украины в этих вопросах, и он действует в соответствии с Конституцией и законами Украины. Тем не менее, президент отошел от этого принципа. Был иск определенного количества депутатов в Конституционный суд о признании закона о внесении изменений в Конституцию недействительным. Конституционный суд вынес такое решение. И вот тут начинается самое интересное. Могут юристы спорить, имел право суд выносить такие решения, не имел права. На наш взгляд, он не имел права выносить такие решения, потому что на момент подачи иска этот закон уже не был самостоятельным законом. То есть он перестал быть самостоятельным законом с того момента, как вступила в редакцию новая редакция Конституции Украины. То есть фактически надо было ставить вопрос, чинна чи не чинна Конституция. А це не рішення Конституційного суду. Ну, это можно долго, юристы могут дискутировать, и лидеры оппозиции дали четкий ответ, что не имел права, и что в связи с этим одно из требований оппозиции, что в таком виде, в таком формате Конституционный суд существовать не должен. Фактически он не представляет сегодня третью ветвь власти, а фактически он есть структурным подразделением администрации президента, фактически исполнительной ветви власти. Но это отдельная история. Суд вынес такое решение. И дальше президент Украины должен был действовать по мнению истца и по мнению всей оппозиции следующим образом. Или президент должен был внести на выконание решения суду в парламент проект новой конституции, и парламент наделен таким правом рассматривать, есть отдельная процедура, специальная процедура. И парламент должен был принять свое решение. Или президент должен был сложить в себя полномочия, потому как его не выбирали, ему не делегировали те полномочия, которые есть по предыдущему варианту Конституции образца 96-го года. Президент выбрал для себя, ну, на наш взгляд, более простой, более для себя приемлемый путь. Он просто начал выполнять новые повноваження. Більш расширение, ну, например, назначать членов правительства, премьер-министра Украины, інших членов уряду, призначати по совсем по другой процедуре, к примеру, руководителей таких специальных центральных органов власти, как руководитель службы безопасности Украины или, например, руководитель службы зовнішньої розвідки Украины. Мы считаем, что президент как бы узурпировал власть. Тем самым он не сделал ни первое, ни второе, он сделал третье. Он просто нарушил даже ту присягу, которую он давал, что він діє у відповідності з Конституцією України, а не с решением Конституционного суда. Это первая часть иска. Вторая часть иска, я уже немножко упомянул, это касается того, что вытекает из первой части, что те части их решений, которые президент принял по назначению членов правительства, премьер-министра и так далее, являются нелегитимными. Соответственно, вся деятельность этих людей является тоже нелегитимна на своих постах. Это тоже есть фактически элемент узурпации власти. Третья часть иска касается законодательной деятельности сегодняшнего парламента и то, как должен реагировать президент. Президента... Знов-таки ж, згідно з присягою, згідно з Конституцією, він зобов'язаний бути гарантом. В Конституції сказано, що народні депутати України особисто голосують на засіданнях Верховної Ради. Яким чином? Таємно чи відкрито? Підняттям руки, нажаттям кнопки, заповненням бюлетеня – це вже другий питання. Но особисто. За последнее время, вот с момента, так скажем, принятия Конституционным судом этого решения, в парламенте было принято порядка 726 законов, когда депутаты голосовали друг за друга. То есть не было в наличии того количества депутатов, которое есть в решении, 762 законодавчих акта было ухвалено. Як сказано в адміністративному позові. Один депутат попросив другого нажати за нього кнопочку в Раді і так далі, і так далі.
Що в такому випадку повинен робити президент? Зобов'язаний робити. Не має права, зобов'язаний робити. Він зобов'язаний ветувати такий законодавчий акт. І відправляти його знов в парламент з тим, що він був прийнятий у невідповідності до Конституції України. Этого тоже не было сделано. Вот тут еще есть несколько моментов в этом административном позове, но это основные моменты, которых касается истец. В итоге, что просит истец? Это дуже коротко, я дозволю себе, если вы не против, зачитать. Прошу визнати протиправними дії президента України, які полягають в узурпації влади в країні та привласненні до додаткових повноважень, на виконання яких він не уповноважувався українським народом як носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні. Тобто, якщо підводити, скажімо так, от зжати, да, в коротке совершенно резюме от этого документа, ставиться під сумнення, з одної сторони, легитимность президента в качестве лица, который исполняет обязанности, которые ему не свойственны. Нет, легитимность не ставится. Легитимность президента не ставится, потому что он выбран тоже народом. И мы ему не давали эти полномочия. Да. Ставится под сомнение. Вот вторая часть этого иска отвечает на вопрос. Зобов'язати президента України вчиняти дії, спрямовані на виконання повноважень в обсязі, передбаченому статтею 106 Конституції України, з урахуванням змін, внесених законом України про внесення змін до Конституції 8 грудня 2004 року. Легітимність президента під сумнення не ставиться. Ставиться ті повноваження, які він на себе фактично узурпація власті, узурпував. Да. Тобто, да. Совсем коротко, узурпація власті і нелегітимність рішень, прийнятих парламентом. Сверх тих, які встановлені предыдущим Конституции в редакции 2004 года. Вот это довольно серьезное, на мой взгляд, обвинение. И, наверное, первый раз выдвигается оно в нашей стране в адрес высшего должностного лица. Вы лично разделяете такую жесткую формулировку и готовы ли вы поставить, знаете, свою подпись именно вот под... Когда-то все происходит в первый раз. Я помню, лет 10 назад впервые был иск против на тот момент действующего президента Украины, от гражданина Украины. И это был шок. Это был шок и для юристов, и для судей, и для прокуроров, и для всех, и в том числе для обычных граждан. На сегодняшний день, слава Богу, мы живем пока еще в стране, где можно подавать иски в соответствии с действующей Конституцией. Лично я разделяю эти требования, и я тоже подпишу и войду как третье лицо в это судебное дело. Почему? Ну вот такой маленький аргумент. Даже Леонид Данилович Кучма, который имел решение Конституционного суда в кармане о том, что он имеет право в 2004 году еще раз баллотироваться, не решился нарушить прямую норму Конституции. То есть он как президент после двух сроков имеет вертикаль довольно сильную, я бы сказал, сильнее, чем сегодня вертикаль управления, более отлаженный механизм, более четкий, еще имея те традиции, когда непривычно было с президентом спорить или судиться. Он не решился на нарушение прямой нормы Конституции. Поэтому, когда мы сегодня говорим, что президент... Я не знаю, кто советовал президенту так поступить. Не знаю, объясняли ли ему всю глубину этого вопроса. Но я разделяю постановку этого вопроса, что не имел права президент действовать таким образом, как он действует. Хорошо, если совсем коротко... Предположим, да, что вот решение Конституционного суда в какой-то степени было политическим, скорее, решением, да, но не является ли это просто реакцией на то же политическое решение, которое в свое время, в 2004 году, когда был кризис с выборами, было принято, вот когда эта злосчастная парламентская реформа и была запущена. Ведь по большому счету можно ставить под вопрос и легитимность и законность проведения третьего тура выборов президентских в Украине, и, соответственно, все дальнейшее, что происходило тогда, включая премьерство Тимошенко, включая президентство Ющенко и так далее. Вот куда заведет эта эпопея? Безусловно, это, наверное, продолжение той истории. Наверное, присутствует какой-то личностный фактор и, возможно, даже какое-то чувство мщения, возможно, присутствует в этом решении. Но я хочу отметить, что в прошлый раз все-таки изменения в Конституцию вносились в парламенте. Пусть это было политическое решение, но оно происходило в стенах парламента Украины, как это сказано в Конституции Украины. Поэтому это существенная разница. Парламент имеет право, согласно Конституции, вносить такие изменения. Народ ему делегировал такие полномочия. Суд не имеет права.
Вот как відбувається, коли суд признає ту чи іншу норму закону неконституційною в інших випадках? Парламент знову розглядає цей вопрос. В даном случае в парламент вопрос не вернулся. Решение просто начало выполняться, потому что так удобно. Поэтому я все-таки считаю, что какие бы ни были мотивы принятия этого решения, какие бы ни были мотивы обращения в суд, все равно необходимо соблюдать принципы демократического государства и принципы, которые заложены в Конституции. Фактически сегодня, посмотрите, мы живем в ситуации, когда нет разделения ветвей власти. То есть в Харькове находится, ну, я бы сказал, лучшее учебное заведение в Украине, Национальная юридическая академия имени Ярослава Мудрого. Любой студент знает ответ на этот вопрос. И любой преподаватель знает ответ на этот вопрос. Что не может управляться судебная система власти в таком режиме, как сегодня это происходит, административным влиянием. Не может парламент управляться так, как сегодня это происходит. Иначе эта страна превращается не в демократическую, а страна превращается, ну, в какую-то, скажем, ну, этот строй по-другому называется, когда так происходит. У нас 5 минут остается до конца нашей программы. Хотелось бы, с вашего позволения, еще затронуть тему выборов. Все-таки совсем буквально считанные дни остаются до начала официальной избирательной кампании. Вы возглавляете штаб оппозиции в Харькове. Вопросов к вам, наверное, очень много. Увы, я за 5 минут, наверное, не успею задать их все, но надеюсь, что это не последняя наша встреча. Вопрос, конечно, прежде всего, пока главная интрига связана с именами, со списками. Обнародована большая часть депутатов, которые пойдут по мажоритарным округам Харькова. Обнародованы 52, если не ошибаюсь, человека, которые пойдут по спискам, от, вернее, это претенденты на кандидаты, да? Вот эти 52. Вот вы очень точно поправились. Это пока еще не кандидат. Смотрите, звучало, как правило, вот предыдущие недели, предыдущие месяцы, звучал такой тезис. Мы не обнародуем списки, потому что, как только мы называем фамилию, сразу приходят проверяющие люди, проверяющие органы, и начинаются у потенциальных кандидатов большие проблемы с бизнесом, с личной жизнью и так далее. Списки частично обнародованы. Есть ли свидетельство о том, что такого рода давление оказывается на кандидатов или будущих кандидатов? Вы знаете, ну, по порядку. Ажиотаж вокруг тех или иных фамилий, он, ну, немножко искусственный. Создается он политтехнологами, ну, скажем, противоборствующих сторон. То есть для того, чтобы им выработать стратегию и тактику ведения выборной кампании, им надо понимать, против кого ее выстраивать. Поэтому политтехнологи той или иной политической силы поддавливают на своих, скажем так, нанимателей, на ту иную политическую силу: вы же нам быстрее дайте фамилии, против кого нам надо выстраивать кампанию. Да. И это всем понятно, эти, все, кто в этом процессе находится, это все понимают. Поэтому мы не хотели, первое, сделать такой подарок нашим оппонентам, побыстрее, значит, дать им фамилии, чтобы они сконцентрировались на поиске каких-то негативов. Второе, вы уже отметили, это все-таки давление власти. На сегодняшний день обнародован руководителем выборчей кампании в Харьковской области Арсеном Борисовичем Аваковым ряд фамилий. Я хочу уточнить, вы правильно поправились. На данный момент это еще такая претенденты в кандидаты. То есть пока они еще даже не кандидаты, да? Пока это еще не список. Пока это люди, которые прошли, скажем так, собеседование, отбор и погоджение між політичними силами об'єднаної позиції на Харківщині. Цих людей ми презентували в Києві, і там їх погодили поки що в штабі, центральному виборчому штабі. Але остаточно буде прийнято рішення на з'їзді, який відбудеться 31 липня. Та часть фамілій по тим округам, які ще не озвучена, это означает, что есть 2-3 претендента в этих округах. На данный момент еще идет дискуссия или на уровне штаба Харьковской области, или на уровне центрального штаба в Киеве. Поэтому только эти фамилии не озвучиваются. Очень неправильно будет назвать фамилию, а потом человек не будет представлен на съезд. А будут ли озвучиваться имена спонсоров, условно, кампании, как это было, скажем, на президентской кампании того же Яценюка?
Ведь интересно, всегда вы знаете, находятся какие-то люди по закону влияния. Украины, по закону Украины про вибори до Верховної Ради, безумовно, вже будуть створені фонди, вони будуть прозоро створені, будуть рахунки відкрити в казначействі і так далі. До речі, вчора ЦВК відкрила вже рахунки, куди можна перераховувати кошти кандидатам як заставні кошти. Тому, безумовно, все це буде відкрите, все це будуть люди можуть побачити. Угу. І більш того, ми будемо надавати звіт в кінці виборчої кампанії, звіт, скільки коштів був фонд, яким чином він був сформований, куди ці кошти були витрачені. І все це буде після того аналізуватись, і це буде достоянням гласності. Ну і останній питання, к сожалению, дуже мало часу залишається. Питання, тим не менше, крайне важливе і, мабуть, інтересує всіх, хто так чи інакше збирається, або роздумує голосувати за об'єднану опозицію, або ні. Дуже різні люди збираються в списки з різних партій, з різними життєвими позиціями, з різним прошлым і так далі, і так далі. Поки що, наскільки відомо, ніяких громких публічних конфліктів в Харківській області, по крайней мере, точно, по Україні, по-моєму, теж немає. Тим не менше, завжди, знаєте, опять же, к вопросу о дежавю, вспоминається судьба того же Нунца, який йшов мощною силою, а в итоге ми, собственно, бачимо, що він превратився спустя всього лише кілька років. Як відбувається процесс договоренности и гарантии. Есть ли на этом пути сложности, можно ли вообще в принципе дать какую-то гарантию, что чего? Объединенная оппозиция после выборов будет продолжать существовать в том же формате, вплоть до поименного, да, формата, который будет нормально работать уже в стенах Верховной Рады? Вы знаете, гарантия, ну это, наверное, только Господь Бог может дать какую-то гарантию стопроцентную. На данный момент, если вы говорите о перебежчиках, которые имели место в предыдущем составе парламента, в так называемых тушках, то лидеры объединенной оппозиции договорились, что выдвигая того или иного кандидата, неважно от кого он будет, от Батьківщини или от Фронта ЗМІН, обязательно лидеры должны все поставить подпись. Это значит, что все они вместе несут ответственность за этого человека. Пока все они вместе подпись не поставили, это не есть кандидат. Когда лидеры будут ставить подписи политических сил, они будут выслушивать мнение своих партийцев на местах, сверху вниз, там, с центрального аппарата до местного аппарата, во-первых. Во-вторых, они сами сегодня беседуют, они проводят спивбеседы с кандидатами. Если они с ними не знакомы, они с ними знакомятся. Тех, кого не знают, они имеют общую же историю общения. Поэтому они таким образом пытаются гарантировать себя от перебежчиков. Что касается самой политической силы, что нет, что люди разные, что нет монолитности. Опять же, это все, как вы говорите, дежавю, история повторяется. Было сказано, что очень тяжелая форма правления демократии, но лучше еще никто не придумал. Когда люди обмениваются мнением, когда они дискутируют, когда они спорят, это хорошо. Важно после принятия решения, чтобы не было спора. В политике диалог и консенсус – это самое главное. Мы с вами убедились, что было тяжело принимать те или иные решения в промежутке там, 2005-2010 год. Но был диалог, они были более-менее какие-то выважены, кроки. Да, в условиях кризиса было очень тяжело удержать экономическую ситуацию. Но политические решения требуют диалога. Поэтому мое мнение, что чем больше разных людей с разными взглядами будут в рядах объединенной оппозиции, тем будет лучше. Главное, чтобы они спильно дотримувалися обов'язки в між один одним. То есть мнения могут быть разными, но результат должен быть один для всех, голосование должно проходить, в общем-то, да? Парламент для того существует. Вот я производственник, я привык к четким командам. И в штабе четкие команды, и на производстве четкие команды. Но и на производстве есть дискуссия. Вначале идет дискуссия, потом выполнение команды. В политике невозможно без дискуссии. Политические решения, они настолько многогранны, что они не вписываются просто в логику выгодно-невыгодно, прибыльно-неприбыльно, эффективно-неэффективно. То есть куча других факторов, которые необходимо учитывать. В общем, главная надежда всех украинских выборов, что и политики, и избиратели учатся на своих прошлых ошибках. Будем надеяться, что в этот раз получится, в общем-то, удачный выбор и у тех, и у других. Спасибо, что сегодня были гостем нашей программы. Спасибо. На этом, увы, все. До свидания, до следующих встреч. Спасибо, до встречи.